раз, что ли, в поезде? Нет. Как соседи по купе? Не очень. Он странный. Такая серьезная всегда. Ты скоро состаришься, будешь себя в морщинах. Спасибо. Не знаю. Да я так чисто просто сказал. Вояж, вояж. Täällä on varmaan jossakin joku tehdas, missä tommosia jatkia tehdään. Думала, что буду сильнее скучать по ней, но я только скучаю, как она смотрела на меня. Думаешь, я плохой?